Разберем задачу, которая вызвала споры. Вопрос. Сколько квадратов на рисунке? Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. Эту задачу можно решать по-разному. Но самый простой способ – это находить и считать квадраты по порядку, начиная с самых маленьких и заканчивая самым большим. Итак, находим и считаем самые маленькие квадраты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итак, маленьких квадратов запишем их под номером 1. 16 штук. Теперь посчитаем квадраты, сторона которых в два раза больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. У следующих квадратов сторона будет в три раза больше самого маленького. Таких квадратов два. Это первый и второй. Под номером 4 будут квадраты со стороной в четыре раза больше, чем у маленького. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Следующие квадраты будут иметь сторону в 6 раз больше, чем у самого маленького. Таких квадратов 4. 1, 2, 3 и 4. И у нас остался один еще самый большой квадрат. 8 раз больше самого маленького. Итого считаем. 16 и 4, 20. 19 плюс 1, еще 20, 40. 49 и 2, 51. Пишем ответ. На рисунке 51 квадрат. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании.